Hey, всем привет, с вами Хэппи, и сегодня мы поиграем с вами в Флоренс. Да, мне эту игру посоветовала подруга, говорит, вот попробуй. И я такая, а попробуем. Так, глава первая, взрослая жизнь, хорошо. Глава первая, взрослая жизнь. Так, Флоренс Ева, 25 лет. О, вставай! 7.00 не проснулась, 7.15 не проснулась. 7.30. Ага. Это вот такого типа игра, я понял. Так, 8.15. Ага. Так, она едет в это самое место. Ну, это такая, типа, знаете, просто игрулечка, типа, так. 149, 140... А, я понял. Так. А 40 все остались там одни. Хорошо. Это типа такая. Больше социально. Ну, ответить. Ага, поговорили. Просто работаю. Ладно. Все нормально. Не надо подыскивать мне парня, да? Все. Не надо мне вот этого того, да? Я сама... О, ну, блин. Оп. Побыку. И все. Ну, типа, нам сейчас показывают ее обычную рутину, да? Что, типа, вот она там такая встает тогда-то, делает то-то. И все. Так, воспоминания, глава 2. Угу. Что? В смысле? А, вниз. Ага, так. Ух, ёк-макарёк, как тебе тут? Это хладёк, ты ж ёк-макарёк. Ой-ой-ой-ой, башка моя. Чё за хрень? Ой, так это же мои воспоминания. Я не знаю, как, что. А, ой, Флоренс Ева, 7 лет. Так. Блик. Так, хорошо. Нет, не так хочу. Так, нет. Нет. Они все меняют свои цвета. Хорошо, я буду знать. Сейчас как-то так. Красивенько ж надо, чтобы было. Окей, вот так. Да. Оп. Опа. Нет. Неровно, некрасиво. О! Не, все еще неровно. Так. Вот. Ну, давай. Ну, почти. Давай. О! А там чуть-чуть неровно идет. Ну, повыше. О! Тоже надо. О! Идеально, так, хорошо. В целом, знаете, такой дримкор немножечко. Получится немножко такое необычное. И мне это нравится. Так, вот что-то вот так вот, знаете. Немножко такая эстетика чуть-чуть. Она у нас немножко баловница. Нет. А вот так мне даже больше нравится, знаете. А что-то в этом есть. Слушайте, а что-то в этом есть. Да? Вы не находите? Вот скажите, что-то есть. Залепим звездами. Вот так. А вот знаете, мне вот так вот даже больше понравится, я думаю. Нет. Делаем вот так. Короче, сейчас рассказываю, как мы делаем. Закончились! Печально. Так, попробуем сейчас как-то... О! Так.
вот так, но... Вот так. Ну, ладно, ладно. Блин. Ну, вот так, окей, ладно. Ну, никто не заметит. Вот так. Вот так. А здесь вот. 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 А так. Тут будет... Ну хорошо, ну пусть так. Окей, не-не-не. Пойдет, ладно. Пускай. Ой, я тут надолго. Ладно. Чтобы красиво. Ага. Чтобы было красиво, мы делаем вот так. Делаем... Нет. Мы делаем не вот так. А есть другие цвета? Так. Ну, мне нравится... О, это уже лучше выглядит. А мне же не обязательно, подождите, полностью заполнять, да? Сколько их тут? Могу заполнить полностью сейчас? Так, могу. Ну, почти полностью. Вот так. Дальше. Готово. Готово. Так, повырезала. Повспоминала. Ну-ка, мать. Поняли, чё? Ой, 6 плюс... Что там вам на 15? Так, ну 15 минус 6... Это у нас получается... А, 9! Я там одно считаю. А, вот так вот даже. То есть, поняли, да? Она там сидела, занималась своими делами. Никого не трогала, чилила. И тут мать такая. Нет, иди учись. Так. 15 получается. Я ж права. А, ну тут легко. Я плоха с... О боже. Да, и она такая, типа, ну блин, это скучно, это неинтересно, мне не нравится. Короче, ой, возраст 7. Возраст 14. Ага, то есть, смотрите, короче, они были друзьяшки, потом... Шло время, вот им 7, 8, 9, 10, там уже 12. Это похорошело, очки сняла, парня, видимо, завела. Это там уже что-то такая красоточка. Да, и тут она осталась одна без друзей, которая должна, типа, выполнять ожидания матери, чтобы не разочаровать ее, как я вижу это, да? Но я это вижу так. Она опять в долгий ящик закинула, потому что, ну, блин... Самое интересное, она показана вот такая, типа, здесь черно-белая, а воспоминания яркие, потому что ей это нравится. О, да. Музыка тут вообще восхитительная. Хотя... Это типа я... Ой, зарядник закончился. О! Так, сейчас будем слушать, кажется, что-то. Ага, сейчас скрипача найдем, да? Так. Мир серый, но музыка скрашивает ей все, понимаете? О, она, слушайте, она сейчас как будто дух какой-то. Ну, музыка окрыляет, она дает вот это вот... Ощущения, которые ты не... Ой, посмотрите, как у нее все хорошо. Она уже такая, типа, я в восторге такая. Вот он, скрипач. Такой, знаешь, кавказец немножечко, да? По носику. Mm-hmm.
прекрасно. А его вот она, наша, влюбилась. Это же моя хорошая. Так. Действие 2, бум. Серьезно? А, действие... А, я понял, понял, можно выбрать, я понял. Так, действие 2, бум. А, погнали. Едет. Ага, вниз. Так, замечает его, замечает. Ага. Я понял, понял. Настраиваем, короче, чистоту ее. О, о! Есть! Опознала! Опознали! А я тебя опознала, мужик. А, мы столкнулись, типа. Ага, да-да-да, мы типа столкнулись, ну классика, короче, и вот он нас поймает, он нам поможет, ты же нам поможешь, Чевик, Чевик, ты же должен мне помочь. Раз. О, все, четкость навели, навели четкости. Ой, блин, ну мне нравится, как это показано, что типа он такой, она на нем сфокусировала взгляд и не совсем поняла, что происходит, типа, в смысле, я в аварию попала, и тут он красавец, боже, я не могу, она няшечная очень, он ей помог, они разговорились, типа, Криш, угу. Криш. Как Крис, только Криш. О, она такая милая. Так, они сидят, что-то пьют кофу, общаются, болтают. Так, пазлики, пазлики сейчас пойдут. Значит, сюда. Начнем с уголков, потому что с уголков проще всего. Так. И вот так, дальше идет. Сюда, я думаю. А, вот, да, здесь... Здесь и здесь. И все. Она придумала ответ. А, то есть он ей что-то рассказывает, а она типа формулирует ответ, пытается как-то что-то. Как-то вот это вот, знаете, у нее вот это есть такое, как-то назвать, некая неловкость. Вот это вот, типа, хочу как-то с ним общаться, поддерживать диалог. Queen Victoria Market. О! Мне нравится, что вот самое интересное, посмотрите на них. Он яркий такой, у него одежда яркая, он показан нам ярким. Она показана нам серенькой, типа, вот вся ее одежда, она серая, у нее весь мир серый. Но какие-то отдельные вот эти вот, они у нее яркие. Он для нее очень яркий человек. Вот такой, которого ей самой не хватает в жизни, потому что... Потому что из-за мати, и того, что типа, ну ты должна... У нее, кстати, все меньше и меньше пазликов получается, и намного легче и легче с ним общаться. Ей уже не надо вот это вот, типа, что-то придумывать, выдумывать. У нее просто, у нее диалог льется, он сам складывается у нее в голове. А-а-а. Боже. Да, вот видите, смотрите, у нее уже все, у нее все пазлики складываются в голове. Так. Такой, типа, ты прекрасна, как луна, и я прекрасен, как солнце. Мы солнце без луны, луна без солнца. Все. А, мне надо, мне даже второй не надо. Боже, как это мило. Да, действие в третье. Мечты. А давайте, погнали. Какие... И все, и мир заиграл красками. И мир заиграл. А, вверх. А-а-а. Он свою мечту ей рассказывает, типа, играть на сцене, возможно, даже большой. Так, мы его мечту, типа, здесь... Я могу, мне говорят, типа, уже можно пропустить, но я не буду пропускать, я хочу все раскрасить. Красиво! И все, у него мир заиграл красками с правильным человеком. Все, все снова стало просто прекрасно.
Он хочет еще, он не только хочет на сцене выступать, он хочет еще и свою, типа, вот эту вот выпустить. Он не кавказец, он индус, извините меня, пожалуйста, кавказцы и индусы, я случайно. Так, Криш Хемраджани, извините. И все, и мир яркий, и мир красочный. И она вот, все. Она вспомнила. Она хотела рисовать, возможно. Да? Да, она хотела рисовать, быть художницей. Посмотри, у тебя мечты уже яркие стали. Не надо вот это вот подстраиваться под то, чего хочет твоя мать. Надо самой вот это вот жить, свои мечты. Вдохновляться, вот это вот все. Такая, типа, можно я пойду к тебе в гости? Он такой, да, конечно, а у меня тут совсем грязно. А у меня тут не убрано. Так, ага, скейт, носки, носок, ролики. Так, так, бита. Супермен, да что оставил бы? Ну, хоть это ты не это самое. Вот. Все? Да. Все, хорошо, и прибрался. И все, и такие, типа, а что это? Академия музыки. Заявка на поступление. Ага, то есть он хотел кинуть заявочку, но такой не смог, побоялся. И она такая, иди, давай. Ага, давай, иди, давай, ты сможешь. Угу. Он вдохновляет ее, она вдохновляет его, помогает ему, типа. И вот они уже помогают друг другу осуществить свои мечты. Ну, правильно. То, что с правильными людьми, с правильными, там, с нужным человеком ты можешь все сделать. Он должен тебя поддерживать, конечно. Разведка. Угу. Разведка. Ну, начнем с самого дальнего. А-а-а. Я понял, полароид. О, урок катания на скейте. Ага. Так. Угу. Прогулка по лесу. Так-то далековато вы, конечно, гуляете. Так, художественная галерея. А почему разведка? А, вы там по семье Хемраджани. Ну, голос так, конечно, ребята. Эк. Криш впервые ест суши. Криш удивлен. Так, друзья, Криша музыканты. Подождите, я все хочу посмотреть. А я все хочу посмотреть, алло! В смысле, я все хочу посмотреть. Не дают мне посмотреть все. Вот, посмотрите на это. Угу. Так, она уже поняла, типа, вот ей. Они не просто влюбились, она уже узнала немного о нем, немного о его семье. Так, сюда, вот сюда. Так, тоже начинает выстраиваться... А, и у него тоже выстраиваются пазлики. Нам показывают теперь не только ее, но и его. Угу. Что? А у нас какие-то ссоры пошли, мне это не нравится. А он по-другому пазлики складывает. Я два конца сначала ставлю, или, ну типа я складываю вот так, и вот так, а он два конца и посередке он ставит. Подожди, а если я тоже, а если бы я попробовала поставить два конца и посередке? Ага. Угу. Давайте попробуем его задавить, может, аргументами. Нет, не получилось. Ага, и все, и мир опять стал серый. Поссорились, вы же мои хорошие. Давайте поговорите. Разговор это же самое вот это вот, что типа. Ну... Если не разговаривать, вы ничего не поймете. Все, и помирились, и все хорошо.
И все, слушайте, из-за какой-то фигни, там, наверное, полгода спустя, так, полгода спустя, переезд. Ага, он к ней. Хорошо. А что ж так тяжело-то? Что ж так тяжко? Так. Угу. А, мне даже показывают, куда правильно ставить. Давайте тогда, тогда вот это на хранение, все. Это надо. Вы что? Не пишите мне. Тихо. Не портите мне тут идиллию, пожалуйста. Так. Специи. Ой, у него много специй, так это хорошо. У него свой тостер. А может у нее лучше тостер, мы ж не знаем. Так, что у него еще тут? Угу, то есть мы можем вместо чего-то поставить, я так полагаю. Но это не вместо ничего не поставишь. Чайничек. Ничего, не вместо ничего не... Вот это можно сюда поставить. А, у тебя это есть. А тостер у нее есть. А кетчуп? А зачем? На хранение. Ну, извини, ну, пока пусть. Ой. Так, ну это сюда. А, тут у него и все, да. Собственно, тут у него и все. Но он очень любит готовить, это было видно, заметно. Угу. Ну, смотрите. А что тут, Нет. Давайте подумаем. Ну, статуэтка, это важно для него. Поэтому пусть... Нет. Пока пусть стоит здесь. Давайте достанем. Давайте сову положим. Он такой же синий. Так, книжечки. У тебя книжек до хера, мать. Поэтому пара книжек может постоять здесь. Вот это... Ну, супергероя мы можем на хранение. Ой, ну это важно. Поэтому мы уберем свечечку. Поставим. Уберем вот эту, поставим рядом. Одну вот эту уберем с книжечками, поставим. На хранение, все. Ну, я вроде как старалась равноценно распределить. Так, вроде как я старалась сделать так, чтобы все было. Ну, он не обиделся, мы не обиделись. Сегодня послушивание. Так. Все получилось. Ой, он краски нам купил. Мой хороший. Мой золотой, мой драгоценный. Счастливые вместе. Сейчас и вы вместе. 7.15. Всем пофиг на 7.15. А, нет, на... Вот, и завтрак стал. Типа, ну, чуть-чуть подгорел. Ну, ничего страшного. Слушай, чуть-чуть подгорело. Ну, с кем не бывает. Нет, вот так. Не плакай. Или... А, как назад? Ну вот, я тебя люблю, брат. Короче, нашли общий язык, все. Она тут... А, все, она уже сама это делает. Ей в кайф даже работать стало. У нее появилась вот эта штучка там. Ага. Все, хорошо, научили готовить. Да, вместе что-то готовят. А он, это самое, он играет, она рисует. Все как надо, все как положено. И все, и портрет его уже стал не черно-белый, а цветной. Потому что все появилось, все в этой жизни у нее сложилось как надо. И в этой жизни все хорошо у нее. И правильно. Действие пятое. Рутина больше всего убивает романтику, чтобы вы поняли. Год спустя. Ну да. Угу. Мой любимый горький. И все. Рутина, она убивает, да.
Есть такое. Он уходит в Академию музыки. Продолжает. Она продолжает работать с вот этим счетом, дебетом, кредитом. Ей не так в кайф, как было вот первое время. Да. Ей уже вот это вот не так интересно. Ему что-то как-то какие-то аккорды, может, не те идут. А можно не ответить ей? Ну ладно, ответим. Мать, что ты хочешь от меня? Не волнуйся за меня. Все нормально. Да, я знаю. Я занята сейчас. И все, и по новой. И он возвращается. Тоже такой, знаете, невеселый, грустный. А у него целая коробка. У него три кусочка. Ну ладно, ладно, может, она больше трех и не съест. Поэтому, честно. Истачивание, да. И все. И все, и есть мое такое, что типа уже как-то не то. Ну, прошла романтика, конечно. Вот он был, хотел. А теперь он сидит над этими нотами. Свои эти ноты на виолончели, блин. Это туда-сюда, туда-сюда. И не может понять, а что не так. Ну вот, ну есть такое вот во всей, как говорится, романтике, насколько я знаю. Что вот рутина, она очень убивает, она очень убивает. Краски так и продолжают лежать, так и продолжают лежать ее эти краски, она к ним так и не прикоснулась. Брат, ссора, они уже, они ссорятся, они не могут, типа... Вот, поговорим. У нас тоже показывается, что они такие, типа... Если бы будет той же последовательности, что и он. А, ничего не будет, да? Я хочу попробовать тоже последовательности, что и он. Он сначала, он сделал вот так. Вот так и так, по-моему. Угу. Он сделал вот так, вот так. А все острее и острее не становится. Угу. Угу. И все. А если я не буду? А, он меня задает аргументами, он меня задает авторитетом. Я не хочу, чтобы меня задавили авторитетом. Не надо, нет. Сейчас я тебя задавлю своим азиатским авторитетом. Лоренс, давай. Все равно поменяться, должны помениться. И все, и все опять. Нам показывали ее вот это вот. И вот он стоит такой грустный. Мне нравится, как нам показывают ее жизненный путь. Из... Сейчас пазлики пойдут. Короче, это сюда. Давайте сначала ее соберем, потому что она заслужила быть собрана первой. И все, и они даже спят уже пора порознь, да? А, я поняла. Не порознь, а они не могут сложиться! А они сложиться не могут, типа, понимаете? Им никак не сложится, им все, им не сложится, им нельзя. Тут уже так вот, вот не сойдутся пазлики не складываются пазлики. Отдали, и все, и фон становится все темнее и темнее. Так. Нет, не так. Значит, вот так. Тихо. Я пытаюсь сложить ее. Вот так. Нет. Так, ладно, тебя очень вас очень, блин, их очень трудно сложить, они разлетаются. Хорошо. Вот. Вот так вот. Вот так, вот так. Вот так. Нет, не это. Нет.
Нет, нет. Они не хотят складываться даже уже друг с другом. Им настолько тяжело сейчас друг с другом, что они даже сложиться не хотят вместе. Так, а ну не ёрзать мне тут, пожалуйста! Так, надо смотреть по подходящим, надо смотреть по подходящим. Окей, вот так вот. Да не разлетайся ты, пазл! Ну вот... Так получается... Нет. Да. Да, вот так. Это как отдельные кусочки. Хорошо. Да блин, что ж вы разлетаетесь, падла? Они не хотят просто склеиваться вместе. Вот так. Ага. А что? А, сюда. И вот сюда. Вот сюда. Вот так. Вот так, все, я понял. Я нашел. Я осознал. Не разлетайтесь, только не разлетайтесь, только не разлетайтесь! Не разлетайся ты! Вот все испортила. Вот зачем ты мне все испортила? Выезд! Все настолько плохо! Все настолько плохо, что ты выезжаешь? А что, зонтик? А, ну все. Так. Это его был... Нет, ну, азы нет. Ну да, это твое. Вот это его. Нет. Кетчуп? Точнее... Все, твоего... Больше твоего здесь ничего нет. Так, вот это его. Он заполонил здесь себе все. Он здесь ее полку заполонил вообще-то. Все. Ну тут больше его ничего нет. Угу. И мы теперь смотрим обратную сторону этого всего дела. Ну должны же не помириться. Ну не плачь, Флоренс. Понятно. Это настолько плохо. Встань бы на почву, чего поругаюсь. Даже не могут... Осколки, блин, мне больно за нее. Мне так больно от этих названий, от названий глав. От музыки. А, серьезно, ты его настолько сильно из своей жизни вычеркиваешь, что вот он просто уже... Уже нет парня рядом с ней. Все, уже настолько, что... Все уже очень плохо. Пустота у девки в жизни. Все опять стало вот так. Ну поддержи ее хоть раз. Поговори с ней нормально. Пусть она тебя поддержит. Отпусти. Ага. А как? А, мне надо идти. Не надо просто ничего с ней делать. Ну я не хочу, а если не отпускать? Отпусти, ну мне прям говорят, отпусти. Но отпускать всегда труднее всего. Потому что понимаю, что любишь отпусти, но это всегда труднее всего. Это самый трудный момент в жизни любого человека, отпускать кого-то. Неважно, расстались на хорошей, на плохой ноте, все равно отпускать кого-то очень, очень тяжело. Пробуждение. Давай, ну помирись ты с ним. Не хочу, чтобы у него в жизни все было хорошо. Давай, вспомни, что ты хотела.
вспомни мечту. Вот, смотрите, у нее мир уже даже начинает расцветать. Ее тут больше, понимаете, тут история больше про мечту, я думаю, чем про отношения. Про то, как вот мечта была готовим с мамой, второе место, студия рисования, плюшка, Флоренс Йо. Про... Вот, все. Это больше про мечту, чем про отношения, потому что... Вот, она начала зарабатывать на любимом деле. Это приносит ей радость, а не вот это вот то, что было. То, что было, да? А с тем парнем, ну, жить дальше, правильно! Правильный посыл, правильный! Всего наилучшего. А что, можно это с собой забрать? Ага, чудесный день с Кришем. Она, ну, да, про него сложно забыть, но... Она все-таки, мне нравится, что она о нем не забыла, не вычеркнула его. Не смотрит на эту фотографию с какой-то... типа, обидой или злостью. Лэнс Йо, да, она смогла воплотить свою мечту. Она выставляется в музее. Ее картины оценивают люди. Да, нам показано это очень абстрактно, потому что... Это такая, понимаете, искусство это вещь такая, которую, ну, как бы, какой бы шедевр ты здесь не нарисовал. А, она подходит каждому. А, можно на каждого покликать. Ну, на этого дядю нельзя. Она с ними всеми общается. Вот ей нравится, ей нравится. Конечно, они для нее серая масса, и для нее важнее картины. Ну, не серая масса они для нее, да, но просто. Но, блин. Глубоко, знаете, глубоко. Как мечта, которую не смогли, ты не смог реализовать в детстве, да? А, может помочь тебе твою жизнь так изменить, прожить по-другому, как мечта делает все лучше. Пускай она с Кришем этим рассталась, да? Но по итогу-то она счастлива. Флоренс. Да. Мне нравится. Очень-очень хорошо. Очень-очень хорошо сказано. Ну, не сказано, но показано. Она нашла человека, у которого была мечта, и которую она хотела поддержать. Потому что он самой... Как я это вижу, да? Галерея. Можно посмотреть все эти картиночки. А. Неиспользованное художественное оформление. Понял. Ранний концептуальный дизайн. Так. Первый концептуальный дизайн главы «Первое свидание». Первая версия раскадровки для главы «Первое свидание». Угу. Ну, она как бы и финально и осталась, да? Тут нет изменений каких-то. А, ну тут только пазлики вот здесь выглядят по-другому, а так... Слушайте. А не раскадровка. А, типа она его увидела... Просто она его увидела и такая типа... А не концептуальный дизайн. Угу. Ой, вот это, конечно... Вот это, конечно, очень выглядит так, знаете. Ранний дизайн персонажей. Мне нравятся очки, но мне не нравится стиль. Мне не нравится стиль. Но так она... И карашка ей вообще лучше идет. А не концептуальный дизайн. В итоге, вот как я вижу это, да? Есть мечта, которая идет с человеком по жизни... И которую она не может воплотить, вопреки всем своим желаниям. Но очень хочет. Очень хочет. Поэтому, когда она встречает человека, который горит мечтой, идеей, она тоже загорается, нравится с ним, мир становится как-то ярче. Но рутина ломает людей. Но потом, самое главное, что мечта, которая все время оставалась с ним по жизни... Она ведь осталась и дальше. Она ж никуда не ушла. Она ж никуда не делась. И вот когда ты наконец-то можешь эту мечту реализовать, можешь такой типа... Да. И ты начинаешь, и у тебя все получается, и ты приносишь удовольствие, и все, и мир ярче, и краски, и буй эмоций, и ма! Не знаю, мне очень понравилось, понимаете? Глубоко, глубоко, глубоко. Больше здесь про мечту, чем про отношения.
Потому что нам сразу, нам показывали, короче, как она рисует, как вот это вот все, да. Это классно, это классно. Это прям приятно. Это очень приятно, прикольно. Вот. Белись, ну боже. Ну как же это хорошо. Трогательно. Знаете, такие высокие чувства. Вот что-то, знаете, на высоком называется. Не могу передать словами, слов таких нет, чтобы... Но приятная игра, знаете, не оставляет в душе какой-то пустоты. Неприятно, конечно, ну, знаете, грустно немножко, что она осталась с этим парнем. Потому что ей было так с ним хорошо. Но, ну, так вышло. Ну, так вышло, да. Кто мы, чтобы, называется, судить, да? Но самое главное, что игра не оставляет после себя какого-то плохого, грустного осадка, да? Ты смотришь и такой, ну да, ну вот так хочу. Вот хочу, чтобы моя мечта, моя вот эта вот страсть приносила мне столько же удовольствия, как и ей. Это хорошо, это классно, это правда. Игра оставляет, знаете, очень приятные, теплые эмоции. Мне нравится. Ух. Приятно, такая тоже пошла. Ладно. Всем спасибо за просмотр, ребятушки. Надеюсь, что вам понравилось. Что вы подпишетесь, поставите лайк, напишите комментарий, нажмете на колокольчик и посмотрите другие видео на моем канале, если вам интересно. Ну и, возможно, напишите, посоветуйте какую-нибудь игру. Да, с вами была Хэппи, Флоренс. Всем спасибо за просмотр, ребятки. Идите за мечтой и всем пока.